Всем привет! Решила я просто погрызть. Вот такой у меня ассорти. Давайте начнем с Туркестана. Даже не помню. Взбитые сливки. Вкус хороший, земельный, но что могу сказать про Туркестаны? У них у всех залипание лично для меня минимальное, не такое, как у Астаны. Но Туркестан белый и белый 2 залипают сильнее остальных сортов. Коричневый. Вкус мокрого чернозема и грязи. А это кудрявый. Захотелось мне сегодня просто погрызть. Классик. Это тот пласт, который рыхловатый пришел. Он мягче. Классик, который плотный. Но вкус одинаковый. Туркестан шоколад. Или взбитые сливки. Вот, Туркестан они подлипают, но не критично. И у них у всех присутствует земельная нотка. Земельная, пыльная. Все зависит от сорта. Для меня они все отличаются. Абсолютно все. Сегодня мы похрустим с вами туркестанами. А потом на днях я запишу видео, где похрустим всем ассортиментом. Бывают дни, когда мне хочется, допустим, одну Астану или одни Туркестаны, или узбечки, еще что-то. Вот сегодня у меня такой день, когда я хочу просто Туркестаны, ни с чем их не смешивать. А это уже классик, который плотный. Это плитки. Или нет? Это тоже классик. А вот это уже плитки.
Я, конечно, обожаю эту кудряшку коричневый. Белый 2, классик. Плитки и сливки. Ну, на первом месте у меня Туркестан белый 2, кудряшка и Туркестан взбитые сливки или шоколад. Вот сегодня даже вкус Туркестана перебивать ничем не хочется. Напишите, было у вас так? Что вам хотелось? Один сорт? Туркестан взбитые сливки или шоколад, он настолько плотный. Откусить тяжело, но хрустит обалденно. А здесь еще не хватает Туркестана белого мягкого. Где-то он у меня есть. И Туркестана желтого. Вот желтого у меня нету. Так, что у нас тут? Сегодня немногословное видео, так как мне хочется просто похрустеть. Меня просили снять видео с хрустом. Вот я сегодня решила похрустеть не в одного, а просто похрустеть с вами. Да, как чуйскую сравнивают с Туркестаном белым, давайте ее тоже грызанем. Она поскрипывает, залипает так же, как Туркестан белый 2. Вкус у ней ярче, чем у Туркестан белый 2.
прям стал моим любимчиком. Если белый два откусить много, он очень хорошо залипнет. Он белый 2 Туркестан, да и белый 1. Они самые сухие среди туркестанов. Сейчас белой горой похрустим. Очень мягко. Белая гора подойдет любителям классических сухих сортов Чураева, Севрюкова.
На сегодня это все. Я нахрустелась. Надеюсь, иногда вам и такое видео будет нравиться, когда просто хруст и мало слов. Сегодня у меня такое настроение, просто похрустеть. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.